«Эхо Москвы». Рекламно-информационный эфир на «Эхе». Доброе утро. Сегодня у нас в гостях депутат горсовета, директор КТП «Стройтехмонтаж» Александр Бауцкий и главный архитектор проектного бюро «Архип» Александр Ильин. Поговорим мы о строительстве. Ну, сейчас, по нынешним временам, цена, наверное, это главный вопрос, который ставится во главу всего. Вы, Александр, провели исследование «Кирпич или монолит», оно называется, из чего выгоднее сегодня строить. И в результате каким выводом вы пришли? Да, день добрый. Действительно, сравнили несколько разных объектов. Один из них был из монолитный с заполнением стен из кирпича. Другой проект был кирпичный. На сегодня, ну, конкретно это, вот этот проект, который рассматривали, он у нас получился дешевле. Просто самый главный на сегодня действительно влияющий, наверное, фактор на конечную стоимость самой коробки – это стоимость кирпича. Вот, а вы какое здание брали за основу? Здание за основу бралось и то, и другое. Это высотные жилые дома по 18 этажей. Ну вот передо мной, я говорю, лежит график, вот достаточно забавный, интересный, по динамике цен на кирпич и цемент. Цемент у нас, можно в него деньги вкладывать, просто растет очень так планомерно и равномерно уже с 2013 года. А вот кирпич просел. И вот такое, как это сказать, местное понижение этого, да, материала приводит к тому, что, ну, это действительно становится интересным. А порядок цен, вот чтобы слушатели понимали, каков? Ну, нет, здесь кирпич с цементом сравнивать, ну, нереально, как бы. Я имею в виду просто сама динамика вот этого сырья. Это можно сравнить, ну, в какой-то степени с какой-то гонкой между бензином и дизелем, да, всю жизнь дизель, ну, в моем представлении и так далее, это более простое, там, в производстве должно быть дешевле, да, и бензин более дорогой. Но вот, как сказать, реалии экономические показывают обратную почему-то у нас тенденцию. Вот также, ну, то есть люди, покупая бензиновый двигатель, думали, что у них будет все дешево и хорошо, но это оказалась ситуация не про это. Так вот, сейчас просевшая цена на кирпич делает его просто более актуальным. Вот к чему пришли. Не, ну все-таки мне хочется понять порядок цен. Условно, ну, миллион, да, стоит кирпичный дом, да, и там 2-3 миллиона стоит. Я очень условно говорю, то есть не обязательно цифру прям до копейки называть. Не, ну, до копейки не назовем, но конкретно в этих проектах... Вот конкретно в том проекте, который мы сравнивали, получилось там сэкономить порядка до 40%. Это очень серьезная экономия, просто... Это речь идет о 18-этажном доме, соответственно, это сотни миллионов, да? Ну, десятки миллионов, да, так скажем. В общем, здесь речь идет о том, что, конечно, целая группа факторов влияет, как планировочные решения, так и грунтовые условия. То есть есть часть факторов, которые... Ну, переменные. Да, переменные. Это именно проектные части, да. Есть глобальные такие, как погода на улице, это именно факторы цены. Поэтому... Конечно же, нельзя сказать, что на любой площадке, да, мы получим, ну, вот такую экономию абсолютно. Потому что, ну, то есть расчеты быть... брались для идеального некоего дома. Да. У меня возник вот сразу вопрос, я думаю, у слушателей он тоже возникнет. Почему именно 18-этажный? Не 5, не 9, не 25, да, а 18? Что, ну, в этой цифре такого? В этой цифре такого родного для застройщиков – это тот дом, планировочное решение, которого предполагают два лифта, наличие двух лифтов. Если вы строите больше, то вам нужно добавить еще один лифт, это усложняет и саму структуру дома, это уже он переходит в следующую весовую категорию, растут издержки застройщика. Вот оптимальным с точки зрения там, тушения пожара и так далее, комплексных факторов – в общем, 18 этажей является, ну, такой, как сказать, золотой серединой, что ли, на сегодня. Ну, если вот... лифт не работает, то, соответственно, можно пешком, по крайней мере, на 18 этаж подняться. Ну. Хорошо. Вот, Александр Олегович, вы практик у нас, да? С точки зрения практика, вот это исследование стоит
рассматривать для применения в жизнь. Доброе утро. Я как раз попросил у вас ручку для того, чтобы записать ответы, которые Александр только что говорил. Ну, я, наверное, начну с того, что сегодня у наших современных покупателей городской недвижимости очень большой выбор, что им выбирать. Или каркасно-монолитный дом, монолитный дом или кирпичный дом. Слава богу, сегодня мы предоставляем на рынок достаточно продукта, который можно выбирать. Все, наверное, хорошо помнят то время, когда 90-е годы мы штамповали только панельные дома, ничего другого у нас не было. И для граждан, я скажу даже так, лучшего они ничего не могли выбрать, как кроме панельный дом и кирпичные дома, когда мы делали в 90-х, там, 80-х годах. Наверное, единицы строили, это межведомственные какие-то главки, тресты. Конкретно, это элитное да, жилье. Да, считалось это элитное жилье. То, если говорить о сегодняшнем, что вот, ну, я не пока, я вернусь к 18 и там, к дешевизне кирпича сейчас постепенно. Но вот сегодняшняя, как бы, наша технологическая статистика, которая сформировалась в городе Уфе, она у нас подавляющая, так скажу, наверное, в большинстве. Процентов 70 занимает монолит и монолит-каркас. Кирпич занимает 25-30% рынка пока на сегодняшний день. Технологии монолитно-каркасные, которые сегодня применяются в строительстве, они достаточно простые. Я не хочу сейчас на них конкретно останавливаться, какие вертикальные, какие горизонтальные, какие сроки для этих всех опалубок. Я просто хочу сказать, как строитель с 40-летним опытом работы, что, допустим, вертикальную опалубку, чтобы сделать с монолитно-каркасного дома снять, для этого нужно как минимум 10-12 суток. Если умножить на 20 этажей, так вот 240 дней нам надо сделать только опалубку вертикальную, а горизонтальную. Я не говорю уже о вертикальных опалубках. Это мы говорим о том... Я говорю о сроках уже, о себестоимости строительства. То есть, потому что кажется первоначально людям, что кирпич, вот кладешь один кирпич, это долго. Неправда. Значит, это я говорю как практик, и могу доказать это на любом социалистическом соревновании с любым предприятием, которое меня вызовет на это социалистическое соревнование. Значит, любой монолитно-каркасный дом 20 этажей, он будет только каркас заливаться не менее одного года. Главный фактор на сегодняшний день заливки – это плюс 5 градусов, не менее плюса 5 градусов. Ниже этих температур технологически заливать нельзя. То есть зимой, когда мы видим, что зимой заливают при минус 10... Это используют дополнительные какие-то пластификаторы, которые применяются, и это, извините, не есть очень хорошо для тех, кто там будет в будущем жить. Потому система заливки, она предполагает собой непрерывный метод. Непрерывный, то есть мы должны бесшовно пройти все вот эти наши участки, чтобы у нас не было там пустот и пор в этом бетоне. Однако с кирпичом я могу работать до минус 25 градусов с теми же добавками в раствор, которые сегодня применяются. Это ГОСТовский... Вы про цемент уже говорите. Я про цемент, да, я поговорю про цемент, про... нет, не про цемент, я говорю про раствор, про готовый раствор. Бетон я не применяю на строительстве кирпичных домов. Ну, вы застройщик Красинского, да? Ну, сегодня, да, застройщик Красинского. Ну, до этого было, не будем перечислять, какие были до этого дома. Теперь по поводу 18 этажей, если позволите мне буквально одну минутку. Значит, 18 этажей – это уже устаревшие нормы, которые применялись в 96-97 году. Башкирский кирпич, в частности, о котором мы сегодня говорим, выпускает достаточно много кирпичей разных пористостей, и чем, как говорится, легче кирпич, тем нам возможность позволяет поднять еще 3-4 этажа. Сегодня ЖК Красинский 22 этажа. Это вот в ответ на то, что мы только можем 18 этажей строить. Не только можем. Я говорю о том, теперь что... Теперь, Александр, давайте. О том, что, как вы сказали, цемент у нас... акционерное общество, где можно вкладывать деньги, что я никогда делать не буду, а кирпич у нас сегодня дешевый. У нас есть дешевле кирпичи, которые на Западе имеется в виду, которые в западном регионе, Смоленск, Белоруссия, Тула. Я очень хорошо знаю рынок кирпича. В Уральском регионе у нас цена чуть-чуть ниже Екатеринбурга, практически на 20 копеек. Цена Перми, Челябинска, тех заводов, которые в округе, у нас даже чуть-чуть выше.
Вы хотите сказать, у нас у заводов еще есть некая там дельта, на которой они могут скорректировать? Вы знаете, если они будут эту дельту, этой дельтой пользоваться, то меньше людей будет интересоваться кирпичом. Вот на сегодняшний день, я так думаю, мое субъективное мнение, настолько четко сбалансирована цена по кирпичу на строительной площадке, и настолько четко сбалансирована сегодня себестоимость строительства с учетом того, какой выпускается материал. И также могу доказать это арифметически, что нисколько хорошо, не дешевле. Александр Олегович, да, вы ушли уже в такой специализированный спор, а мы все-таки говорим о конечном потребителе, о заказчике. Итак, вот смотрите, приходит к вам условный, да, желающий построить дом, и говорит, вот я хочу подешевле, и у меня есть выбор, ну, там какие-то СИП-панели, да, дерево чистое, кирпич. Что вы ему, вот вы, как Александр, как архитектор, это вопрос к Ильину господину, и господину Баутскому, вы как застройщик, что посоветуете выбрать в конечном итоге? Здесь вообще вопрос, вы сейчас перешагнули в такую, в область индивидуального и малоэтажного строительства, насколько понимаю, правильно? Да, да, да. Ну, здесь речь действительно о чем идет, о том, что при работе, значит, ну, давайте. Бывает. Так, в общем, вот недавно буквально с одним из заказчиков, который обратился к нам за проектом коттеджа, просчитывали, ну, мы сделали архитектуру его дома, посчитали объем стен, и он сравнивал разные материалы, вот как раз. И, ну, при сегодняшней нашей стоимости на недвижимость, вот дом у него порядка 120 квадратных метров, вот весь спектр практически материалов, каменных материалов, о них говорим, да, разница в стоимости всего стенового материала дома была в пределах 50 тысяч рублей. Вот представьте себе, вот 50 тысяч рублей. Дом, вот это домовладение финально у него будет стоить, ну, условно, там, от 4 миллионов. Ну, с участком, да, там, может быть, небольшим домом. С мебелью. Да. В общем, вот у него домовладение стоит порядка 4-5 миллионов. И при этом он, пытаясь сэкономить вот эти там 50 тысяч рублей на материале, ну, выбирает. Ну, на мой взгляд, на сегодня выбор материала – это больше выбор идеологии, да, того, что вам больше нравится. Это фактически лежит на сегодня несколько, на мой взгляд, не в экономической плоскости, а вопрос там веры, вашего расположения и того, что вы дальше планируете делать с этим домом. А мы, собственно, о вере и говорим. Вера в деньги – это раз, жить на что-то надо. Мы берем такой среднестатистического, да, человека, не богатых, не совсем бедных, а вот средний класс. И он приходит, то есть разумный человек всегда спрашивает специалиста. Вот мне одни говорят дерево, другие говорят типа панели, третьи говорят, там, я не знаю, из картона, да, это вот наф-наф, нуф-нуф и ниф-ниф, да, вот та же история. Ну, у них-то понятно, почему кирпич они выбрали, а вы вот что посоветуете? То есть, вот человек вам полностью доверяет, вы ему скажете, что брать? Такой вопрос. Ну, смотрите. Ну, здесь... архитектор, да. Вот я вам верю, хорошо. Вы специалист, доктор, лечите. Да, в общем, ну, здесь, конечно, я спрашиваю, во-первых, что человек планирует делать с этим домом, да, в дальнейшем. Конечно же, на самом деле, если человек хочет, например, построить дом на продажу, то в сегодняшней экономической ситуации я ему никогда не посоветую дерево, например. То есть, потому что дерево – это такой, ну, очень узкоспециальный материал, и из него, ну, строить достаточно сложно. Немногие у нас это умеют делать, к сожалению. Поэтому, ну, деревянный дом, в общем, хороший дом. Вы построите за столько, за сколько никогда его не продадите. Ну, вот, если говорить вот о какой-то экологической, да, составляющей, меня часто спрашивают, а вот что, давай здесь дерево попробуем. Но по факту мы приходим к тому, что вообще не можем найти нормальных специалистов по этому виду материала. Поэтому в этом плане, конечно, если человек строит особенно на продажу, я их переключаю сразу на каменные материалы. И в дальнейшем, опять же, вот эта каменная составляющая является неплохим там рекламным ходом каким-то, да, для повышения стоимости продажи этого объекта. И, ну, когда будущий владелец приходит за покупкой дома,
Естественно, я рекомендую сделать небольшую там экспертизу, потому что под видом каменного дома что только не продают. В общем, мы видели уже очень много разных вариаций на тему там обшить кирпичом деревянные дома и так далее. Ну, продавать разные такие фейковые варианты, в общем. Ну, ладно. Конечно, я посоветую камень. И, ну, вот здесь вот каменный материал, я говорю, это вопрос вот уже дальше идеологии. Ну, конечно, кирпич будет одним из таких приоритетных материалов, ну, самых, наверное, приоритетных, которые я буду рекомендовать. Хорошо, вот готовясь, да, я натолкнулся на интересную фразу: кирпич – единственный современный материал, который прощает ошибки строителей. Тут вам обоим вопрос, как архитектору и как практику, да, застройщику. Ну, вот это, опять же, мы возвращаемся к тому диалогу о том, что есть специалисты по этому виду материала или нет. И вот по дереву, например, у нас, я говорю, это просто эксклюзивные специалисты, либо вы получите реально аккуратно сложенную поленницу из дров. Вот. По кирпичу этих специалистов достаточно много, и, ну, это, в общем, есть люди, которые умеют это делать, поэтому это качество их работы может быть достаточно стабильным. И действительно, ну, накосячить там гораздо сложнее, чем, например, прикладки каких-то крупных блоков. Вот крупные блоки, как раз, которые вообще по многим там технологическим картам кладутся на клей, чего по факту не делается. И, ну, мы, конечно, теряем те заявленные изначально характеристики там теплопроводности, да, энергосбережения, которые рассчитаны на клеевые растворы. Ну, в общем, по факту люди, часто его не применяя, ухудшают параметры этого объекта. Александр Олегович, вам внимательно слово. Слушаю. Значит, отвечая на данный вопрос, я согласен с Александром в его подходе. Это зависит от заказчика, который заказчик, что он хотел бы видеть сегодня, какой продукт перед собой. О том, что себестоимость иных материалов, кроме кирпичных, она практически не отличается от себестоимости из пенобетона, там, каких-то технологических других эпизодов, ну, кирпич... Нет, мы же говорим не только здесь вот цена сиюминутная, да, мы же говорим о цене вообще, эксплуатации вообще, в дальнейшем. Вообще, вот если говорить одним языком, строительство – это то, вот для меня, например, уже для человека, который прожил уже достаточно много лет, это одно понимание монументальности. И если мы сегодня, допустим, видим дома, которые делались в 18-19 веке, и там нет домов из пенобетона или из полистирола. Там дома только кирпичные. У нас был пример. Мы делали фасад одного дома в столице нашей родины Москва. Так вот, этот дом 1834 года постройки. Стена этого дома была в 4 кирпича. Нам очень сложно было даже снять внутреннюю штукатурку, чтобы положить на нее внутреннюю штукатурку. Стена 4 кирпича. И этот дом, это, чтобы слушатели понимали, это много? Это мало? Метр. Это метр. Это метр. Да, это было 1836 год. И вот тут мы, кстати, перескакиваем вот к какому вопросу, который интересует меня и многих в том числе. Мне приходится очень часто слышать, ну, сейчас новоселий достаточно много, и люди говорят, вот в таком-то районе или в таком-то доме раньше вот там строили метр там кирпичей, да, потом там, ну, 50, там, 60 сантиметров, а сейчас в 2-3 кирпича, это что, бумага, а не дом. В чем дело-то? Ну, кто из нас начнет, Александр, ну, или могу, я? Давайте, да, я тогда скажу. Ну, скажи со своей колокольни. Давайте я скажу со своей колокольни. Не докладывают мясо, да, ли вам? Да, мясо докладывают достаточно. Недавно мы тоже так же обсуждали с проектировщиками, со строителями, с конструкторами всех каркасов домов, вот эту проблему, значит, из скольки же кирпичей нам сегодня делать стену, чтобы она была достаточно теплой, дом работал без утеплителей, которые сегодня всевозможные применяются на рынке. А основная теплопотери дома, основные теплопотери дома идут через подъезды, идут через витражи, которые мы сегодня с вами делаем. Вот это адрес архитекторов, такой небольшой такой, камешек. Да. Вот все архитекторы говорят, нам нужно сделать огромный витраж, 2,5-3 метра. Мы говорим, хорошо, мы делаем этот витраж, нет проблем. Но чем мы его будем отапливать под витражом? То есть нам нужен соответствующий расчет радиаторов. То есть ячеек, сколько будет под этим витражом стоять. Если вы помните, в советское время ширина окна, ширина внизу радиатора. И там, простите, но не были глупыми инженеры, которые делали эти расчеты. И дома, те же хрущевки, они были в 2,5 кирпича.
И сегодня эти дома, если мы возьмем тепловизор и будем проверять эти дома по проспекту Октября, там нет пустошовок. И они сегодня не имеют теплопотери. И они такие же теплые. Ну, мои родители жили в таком доме, я очень хорошо помню, что в доме было всегда очень-очень жарко. Пока не срезали батареи. Нет-нет-нет, батареи не срезали. В подъездах я имею в виду. Нет, вот именно. На сегодняшний день вся теплопотеря в любом доме, что монолитно-каркасной, что кирпичном, она идет через подъезды и через витражи. Вот если мы эту теплопотерю уберем, мы можем точно так же работать по тем технологиям, которые были в СССР. Знак качества неплохой бренд был. Хорошо, Александр Ильич, я вас поймаю на слове. Давайте. Вот, поскольку Красинский здесь недалеко, я за ним наблюдаю, там рядом школа. И, вы сейчас вот теплоизоляцией, там красотами какими-то украшаете. Зачем тогда, если не надо, если кирпич справляется? Вы мне прямо соль на рану сыпете. Значит, конкретно с этими украшениями. Дело даже не в этих украшениях. Я доказывал и буду всегда доказывать, и буду доказывать, сколько у меня хватит сил, институтов, которые будут помогать мне на сегодняшний день доказывать это. Стена сегодня делается в 50 сантиметров. К сожалению, ГОСТы, которые были приняты в начале 2000-х годов, я не хочу огульно называть, что это были там плохие ГОСТы или хорошие ГОСТы. Сегодня нет такого понимания. Но вот этот вентилируемый фасад, на мой взгляд, это не монументальность на строительстве. Клямер, который такой технический термин, клярмер, ну скажу так, просто скоба, которая держит эту плитку, она достаточно небольшая. Загнуть ее можно технологически один раз. Второй раз ее загнуть нельзя, потому что она ломается. Это тоже технологический принцип. Поэтому я готов этот дом, следующий, допустим, или другой дом, лучше утеплить и оштукатурить хорошим качественным составом, с дополнительными там минусовыми какими-то добавками, сделать какие-то идеальные шубы немецкие, там австрийские, их много сегодня, тысячи технологий, но не применять в будущем вентилируемый фасад, потому что это не монументальность, это ненадежно, это красиво на какой-то период времени. Я уверен, что ветровые нагрузки спасут меня на сегодняшний день от каких-либо катаклизм, которые могут случиться. Но опасения у меня есть. Угу. Опасения есть, смотрите, у меня ко всему сегодняшнему городу, где я вижу вентилируемый фасад. Ну вот смотрите, кирпичные дома, да, вот если брать западные, старые наши дома, да, из кирпича. На Западе нет вентилируемых фасадов. Не-не-не, я не про вентилируемые фасады, я сейчас о кирпиче мы говорим. Ну, я бы так не сказал. И вот смотрите, старые дома, вот очищены от штукатурок, покрасок, да, кирпич выглядит изящно, красиво, он не надоедает. Это особо, и вот, кстати, как-то несколько месяцев назад мы здесь, в этой студии, обсуждали, провели исследование компании «Социомаркет», 67% горожан наших уфимцев за кирпич. Вы знаете, кирпич, вот, на мой взгляд, понимаете, это традиция, норма, красота – это норма или это что-то сверхъестественное, как вы считаете? Вот я к вам вопрос теперь уже передаю. Никогда красота не должна быть чем-то сверхъестественным, она должна быть нормой. И вот кирпич – это традиция, это красиво. Это должна быть нормой. Она не должна быть другим. Вот то, что мы сегодня закрыли кирпич, показали там керамический гранит, на мой взгляд, это не норма. Мы создали много рабочих мест, мы привезли сюда утеплители, мы сюда привезли какие-то профиля, несущие конструкции. Очень много производств сегодня работает для того, чтобы вот эту вот кирпичную кладку со всех сторон обложить и как раз вот создать ту себестоимость. Вот как раз о себестоимости, когда вы вначале спросили, от чего сегодня растет себестоимость? Не от того, что мы сформировали там земельный участок, сделали техническую подготовку на земельный участок, фундамент и каркас. Это как раз совсем-совсем небольшая часть. А вот основную себестоимость формирует как раз вентфасад, который, вот честно вам говорю, абсолютно, пусть все меня слышат сегодня в Советском Союзе, занимает от 7 до 9 тысяч рублей на метр квадратный. То есть, по сути дела, вы сейчас говорите, что если вы видите чисто кирпичный дом построенный, выбирайте квартиру там, она должна быть дешевле, да? Ну, я же сказал, что это традиция граждан, традиция людей, это понятно. В крови у нас, понимаете? Хорошо, в крови. Давайте, вот патриотизм, времени кирпичный остается, дом. Времени остается мало, а всегда остаются вопросы, на которые мы не ответили. Тенденция, какая ближайшее время у нас намечается? То есть цемент будет дешеветь, кирпич будет дорожать. Ну, такой
забавный достаточно вопрос. Тут не, только, ну вы же исследовали, тут, вы же опирали. Можно, наверное, только анекдотом про синоптиков рассказать, но на самом деле... Ну как вам кажется, мы же говорим об ощущениях. Нет, ну... Ощущение здесь, как сказать, на мой взгляд, не хочется вообще. У нас гидрометцентр на выходные погоду не может предсказать два раза по-нормальному и на разных каналах разную погоду. Ладно, давайте я задам вопрос. Вот последний, у нас остается полторы минуты. Если вас, власти города, да, условно, республики спросят, вот вас и вас, Александры, вы из чего рекомендуете строить будущие дома? Для граждан, которые... Мы о жилых, да, говорим. Да, для жилых домах, для граждан, безусловно, только кирпичные дома. Без причины. Потому что это традиция, это экологически, это шумоизоляция, это теплоизоляция, это теплоотдача. Масса причин, которые сегодня... Вообще кирпичный дом осуждать с другим домом просто нельзя. Я вот уже до этой передачи говорил, очень быстро буду говорить, что ну как можно обсуждать «Мерседес» и «Запорожец»? Их невозможно обсуждать. Вот кирпичный дом – это «Мерседес», а все остальное – это «Запорожцы». И все, что там позиция есть. Позиция понятна. Ну, не знаю. Я считаю, что нужно выбирать тот материал, как бы, который бы соответствовал идеологии этого проекта. Александр, да? У нас сегодня кирпичный дом стоит по нормам 150 лет. Это минимальная норма, которая есть сегодня. Вы никак архитектора не будете спорить. Монолитный каркасный дом – 100 лет. Панельный дом – 75 лет. О чем сегодня можно говорить? Даже если о том, что 150 лет дают нормированием кирпичного дома, даже с точки зрения экономики, что два поколения в этом доме может родиться и вырасти. Два поколения. Ну, собственно, вот и ответ. Ну, здесь, конечно, я считаю, что все-таки... Александр, я прошу прощения, уже дают сигнал. Да, депутат горсовета, директор ООО КТП «Стройтехмонтаж» Александр Бауцкий были у нас в гостях. Главный архитектор проектного бюро «Архип» Александр Ильин. Всем доброго утра. Никакого сигнала.